Сегодня мы поговорим о содержании кур на летнем выпасе. Это куры, а вот это вот у нас емкость с водой, которую они пьют. Ну вот, если сегодня утром залили чистую воду, то к исходу дня, видите, она вот уже грязная. То есть заходят, лапы моют грязные. Чтобы этого избежать, мы поставим им автоматическую поилку, в которую они не смогут залазить со своими грязными лапами, а смогут только пить своими, ну, можно сказать, чистыми клювами. Для этого что мы будем использовать? Вот такой лоточек. То есть на дверке холодильника вот такие располагались лоточки. Куда там либо яйца складывали, либо специи какие-то укладывали. С помощью кронштейнов мы прикрепляем его к стеночке. Теперь, чем мы будем поить? Берем бутылку обычную, в пробку врезаем вот такую трубочку. В качестве держателя мы используем остатки вот второй такой же бутылки. Вот от верхушечной части обрезали сосок и сделали спинку. Одели, и вот за эту спинку мы вот сюда ее и прикрепили. И теперь мы вставляем бутылку с водой прямо сюда. Вот видите, вода льется. Она будет литься до тех пор, пока не заполнит, пока не закроет эту трубочку. И будет поддерживать ее в этом состоянии постоянно. Вот она еще булькает, льется. Ну, вот прекратилось. То есть вода закрыла трубочку, остановилась вытекание воды. Теперь, когда куры будут отсюда пить, вода будет здесь уменьшаться, трубочка освобождается от воды, и вода будет сюда поступать опять до того момента, когда вода закроет срез этой трубочки. Залезть птица сюда с лапами не залезет, клювом достанет, постоянно чистая вода ей будет гарантирована. Ну вот как-то так.